Смысл в том, чтобы привлечь всех крутых художников из других городов именно в Одессу. И таким образом перенаправить потоки туристов и людей именно в Одессу и тем самым еще раз доказать, что Одесса – это именно культурная столица Украины. Очень важный художник для Украины в целом, поездил по миру, представил свои работы на главных аукционах, главных выставках мировых. И, конечно, одесситам это посмотреть очень важно, потому что явно не все добираются до Киева. Очень верное мероприятие. Я говорю, ты придешь, я тебе все расскажу. Приходьте та відчуйте саме те, що ви побачите в цих картинах. Я вам рекомендую. Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви дивитесь проект «Гість-студія». Мене звати Ольга Глейчик. У нас сьогодні дуже цікаві гості. Зустрічайте. Юрист Одеського музею східного та західного мистецтва, організатор Одеської художньої асоціації «Табу» Вікторія Нестеренко. Вітаю вас, Вікторія. Вітаю. А також Анна Чубар, дослідник мистецтва, незалежна кураторка та кураторка виставки «Нові мости». Вітаю вас, Ганно. Анно, вибачте, будь ласка. Ми сьогодні зустрілись з вами саме тому, що в Одесі відбудеться захід «Нові мости», який відкриваєте ви, власне. Що це за виставка, що це за такий мистецький захід, чому він присвячений і чому, власне, саме в Одесі він відкривається? Розказуйте. Ну, я немного расскажу про саму выставку. Мы открываем выставку 8 февраля в 3 часа дня. Да. Выставка продлится до 25 февраля, то есть по факту весь февраль можно будет прийти и посмотреть выставку. Мы очень рады, что Музей западно-восточного искусства предоставил нам целых 3 зала, в которых как раз будут представлены работы 3 художников. 2 художников из Киева. Это Петр Лебединец и Алла Алексеева, и один художник-одессит Леонид Багрий. Они вместе решили сделать вот такой интересный проект под названием «Новые мосты», «Нові мости». Суть в том, что художники, общаясь между собой, как-то вот понимают, поняли, что есть одна большая проблема. Мы вроде бы как все общаемся, социальные сети, коннект постоянный, но при этом как будто бы культурная среда, она иногда замыкается сама на себе. Одесситы на одесситах, там, киевляне на киевлянах. И вот так как у нас часть художников из Киева, часть художников из Одессы, то захотелось сделать вот такой вот проект, межгородской, можно сказать, который будет как раз-таки соединять 2 города и показывать зрителям из Одессы, какое оно киевское искусство. А потом, вообще-то, в проекции в будущем хотелось бы показать художников разных городов и в разных городах представить свое искусство тоже. Ну, якщо з назвою більш-менш все зрозуміло, чому мости, так, Вікторія, ваша думка, чим цей міст допоможе налагодити мистецькі зв'язки між Києвом і Україною? Чи дійсно вони відрізняються між собою, ці конгломерації одеських художників і київських? Як ви бачите ці мости? Чому саме в Одесі виставка відкривається? Оля, я хочу сказать, что, во-первых, так вы представили юриста музея, я независимый адвокат. Так, вот, выбачьте. Но я один из адвокатов музея. Второй адвокат – это Александр Нестеренко. Ну, одно из моих хобби было – это организация арт-мероприятий и выставок. И поскольку мы дружим с Анной, дружим с Леонидом Багрием, это его идея была сделать такой проект. И на самом деле сегодня ночью он уже перерос, пока мы выгружали картины, которые приехали из Киева, он перерос уже в международный. Почему? Потому что Багрий принес идею, говорит, Василиса, это мой псевдоним творческий, а давай вот сделаем Киев-Одесса, потом Одесса-Житомир, Одесса-Черкасы, потому что там сейчас частный музей крупный открывается. И таким образом обойдем все большие города, но смысл в том, чтобы привлечь всех крутых художников из других городов именно в Одессу. И таким образом перенаправить потоки туристов и людей именно в Одессу и тем самым еще раз доказать, что Одесса – это именно культурная столица Украины. Он говорит, а ты знаешь, говорит, вот у меня еще художник есть, там один в Нью-Йорке, один в Литве. Я говорю, супер. Я так поняла, что работать мне нужно будет между выставками. Я говорю, это очень круто. И прежде всего мы очень благодарны, что Одесский музей западно-восточного искусства отозвался
и предоставила нам локации, 3 больших зала. И, наверное, это для нас честь, что такие звездные художники Петр Лебеденец, Алла Алексеева, Леонид Багри согласились и доверились нам в организации этого мероприятия. Так, художники ничем не отличаются. Да. Они на самом деле, вроде бы, да, киевляне и одесситы, они отличаются. А в плане арта я не вижу разницы, потому что, ну, это совсем другие люди. Да, там я из мира юриспруденции, там вываливаешься из суда в каком-то таком состоянии. И тут люди просто совсем другие, и все как-то так мягко и нежно течет, и ты просто растворяешься в этом. Ну, дійсно, ви саме та людина, яка робить мистецтво ближче до людей, які далекі від мистецтва, так? Для людей, які, можливо, не прийшли б на виставку, і ім'я там київського художника для них нічого не скаже. Проте, почувши, який на вас вплив він відображає, вони, можливо, захочуть прийти і побачити ці картини. Чи я помиляюсь? Я сейчас вас развеселю, как это происходит на самом деле. У меня очень там большой круг общения там в разных мирах, да, мир адвокатуры, судьи, прокуроры и арт, искусствоведы, критики, художники. Я звоню своим коллегам-адвокатам, говорю: так, слушай, очень верное мероприятие, говорю, ты придешь, я тебе все расскажу. Можно и так сказать, что ближе. Ну, ты каждому лично звонишь и рассказываешь о том, что... Почему? Потому что не каждый из нас смотрит рекламу, не каждый из нас смотрит эфиры. И, наверное, важен вот этот эффект личных знакомств, личного приглашательства. Ну и, конечно, социальные сети. Кого ты отметил, кому ты лично написал, прислал этот ролик. А молодежь вообще... У нас, кстати, еще и музыкальный партнер, наши друзья, очень крутые ребята, Ліза и Даніла, группа Farba Kingdom. Зараз про них поговоримо. Да. Я просто, в мене народилось питання. От давайте так, ви скажете людям, які не розуміють нічого в мистецтві, чому їм, власне, треба прийти на виставку, що вони відчують від картин, а ви розкажете з точки зору мистецтва, що побачать мистецтвознавці в цих картинах. Давайте так. Соединение таких крутых работ, они очень яркие, они очень форматные, с рок-музыкой. Это будет, наверное, просто внеочередное наступление весны для Одессы. Ого, рок-музыка, концерт, да. Картины, можливо, сами авторы, я так гадаю, які будуть на виставці і можуть розказати про свої роботи, що вони відчували, коли їх писали, так? Все це буде 8 лютого да. відбуватиметься в музеї Східного та Західного мистецтва. Приходьте, будь ласка, дорогі глядачі, а тепер с точки зрения мастерства, что мы побачимо там? С точки зрения искусства, конечно. Во-первых, это одна из главных, основных точек искусства в городе, музей западно-восточного искусства. Во-вторых, конечно же, здесь можно будет увидеть абстракцию, которая сейчас как будто приобретает новую жизнь. Да, потому что у нас все-таки упор на абстрактное полотно, и мы здесь хотим как раз показать, например, Алла Алексеева, она работает где-то на стыке между абстракцией и формальным искусством. И вот у нее как раз вот это формальное искусство, натюрморты и пейзажи плавно перетекают в абстракцию, еще не до конца, и вот это такая дымка абстракции, которая падает на ее работы, она как раз очень интересна. Ну и кроме того, конечно, работы Петра Лебединца. Это очень важно для Одессы, потому что он художник с именем, он очень важный художник для Украины в целом, поездил по миру, представил свои работы на главных аукционах, главных выставках мировых, и, конечно, одесситам это посмотреть очень важно, потому что явно не все добираются до Киева, а тем более по миру поездить могут, и здесь мы можем увидеть целый зал его работ. Чи зможете одесити придбати собі картину прямо на виставці? Чи буде така можливість? Прямо на виставці, думаю, нет, ні. Тому що все-таки музей не підрозуміває такого формату. Однако, мені кажется, що от якраз можна буде зв'язатися з Вікторією, і вона поможе з цим. Одеса, привіт! Друзі, приглашаємо вас в музей западно-восточного искусства 8 февраля. Будемо раді бачити вас. До зустрічі! Мені завжди цікаво, чи дійсно українські художники, вони продаються. Ну, тобто, наскільки вони востребовані серед покупців, наскільки їх картини тут покупають, власне, в Україні. Тому що багато хто мені розповідає, що тільки Європа купує картини наших художників.
Никто тут не продается. Нет, я как куратор могу сказать, что украинские художники, они востребованы и за пределами Украины, но в Украине, благо, сейчас появляются коллекционеры, которые активно покупают наших художников тоже. В частности, Одесса как раз славится новой когортой коллекционеров, которые вот собирают украинских авторов и современных в том числе. Ну и в целом, если у художников часто есть коллекционеры, которые просто скупают большое количество работ одного автора. Ну, якщо ми говоримо ось про абстракцію, скільки в середньому може коштувати така робота відомого художника, у кого є вже ім'я абстракціоніста? Середня ціна. У кого є вже ім'я, наверное, це где-то... Ні в кому разі не продаємо зараз художників, які будуть на виставці, але загалом ось... В цілому, якщо художник з іменем, то це где-то від 5 там, тисяч доларів спокійно можна приобрести, мені кажуть. Ну і вище, звісно. Якщо це більш молодий художник, то в районі 1-2 тисяч доларів, в залежності від формату, дуже багато значить формат. Все-таки. Тобто це середня ціна по Україні, чи да. В Європі також? Так? Ні, в Європі вище чуть-чуть ціна. Так. А абстракция загалом, она популярна зараз? Вот сейчас как раз интересно тем, что появляются новые художники, которые пишут в жанре абстракции, и появляется к ней интерес. Хотя раньше коллекционеры не часто покупали абстракцию, потому что ее как будто бы сложнее понять и сложнее вписать в интерьер, грубо говоря. Это не так. Все-таки. Это не так, если действительно просто нужно отключать разум и больше подключать эмоцию. Когда ты не думаешь... Вот ничего не понятно, что там написано. А когда ты просто отключаешься, смотришь на цвета, на соединение, на композицию вот эту абстрактную, и какие-то ассоциации тебе приходят свои. Ну, мы бачимо в фильмах, як це відбувається, стоїть людина, так бачить в абстракції свої якісь ідеї, підходить художник і каже, що він там щось інше зобразив. Як це в реальному житті відбувається? Чи можна ось так щось побачити і зрозуміти дійсно, саме те, що художник бачить на виставках. Ви часто спілкуєтесь з гостями? Можна, но почти всегда все равно мнение зрителя отличается, хотя бы чуть-чуть, но отличается от того, что художник закладывал. Но в этом нет никакой проблемы, в этом суть искусства. Все равно каждый, в зависимости от того, какой у него опыт личный, художественный в том числе, там, насмотренность, образованность и так дальше, каждый все равно может увидеть свое, и для художника это, наоборот, здорово. Художник, он же не пытается четко вот донести свою мысль только так. Художнику важно, чтобы зритель тоже какой-то мыслительный процесс подключался у зрителя в процессе. Приходьте та відчуйте саме те, що ви побачите в цих картинах. Я вам рекомендую. А ми трішечки ще поговоримо про рок-музику, яку ви запросили на цю виставку. Чому саме Фарба Кінгдом? Як ви познайомились з хлопцями та дівчатами цього гурту, сімейна пара, як ми знаємо? Чому ви відчули, що цей симбіоз з картинами, він буде в синтезі якось разом виглядати краще? Как познакомились, Лиза сама мне перезвонила, говорит: «Василиса, добрый день, это журнал «Арт-Чили», потому что я еще выпускаю журнал об искусстве «Арт-Чили». Просто людина оркестр, я не знаю. Я такая: «Да», говорю, «а шо?» Говорю: «Как вы меня нашли?» «А мы вот музыканты», говорит, «мы погуглили и нашли вас». Ок, мы встретились в Музее современного искусства, и так и понеслось, в общем. Наша молодость вторая, и все. Они невероятные, у них двое детей, у меня сыну 9 лет, Ева у них 8 лет, и Сара еще совсем маленькая. Вот, и пока они играют концерт, мой сын Арман там с их детьми тусит, а я как этот, как няня. Я не только завхоз, но и няня, потому что концерт же родители играют, и все. Почему симбиоз? Потому что Алла, это супруга Петра Лебеденца, она говорит: «Вась, да, в принципе, Петя под рок пишет картины». Говорю: «О, класс». Мы, в принципе, сделали анимацию работы, где она оживает на экране. И она как раз уже под музыку Фарба Кендом. На самом деле, это одна из любимых песен. Когда мы познакомились с Фарбой, они мне прислали этот клип. И я такая: «Такой же украинский Рамштайн. Что я с этой песней не расстаюсь». Это так и есть, так. Вони боїтесь, що люди прийдуть послухати рок-музику і так захопляться цим, що вони забудуть, що вони в музеї взагалі, і будуть розважатися і себе відчувати досить вільно. А це музей все ж таки установа серйозна. Ну, баланс буде соблюдатися, і репертуар, звісно, буде такий більш лайт. Тобто, почнемо, сподіваюся, ми з тої пісні, яка у нас в ролику йде. А дальше уже ребята отрегулируют альбом Light, и, соответственно, там будет возможность пообщаться, высказаться всем.
что все ж таки для Одеси це подія. Ну, ви можете зі мною согласитися, що це не кожного дня відбувається. Рок-концерт, рок-гурт, виставка, художники, мабуть, якісь лекції, можливо, щось буде відбуватися. Я не знаю, що там буде ще відбуватися, розкажіть мені. Ну, доживем. Це... Лекції в перший день, звісно, не завжди відбуваються. И мы сакцентировали внимание именно на открытии, и чтобы оно было такое свободное, чтобы люди не устали от речей там, да. А мы немножко поменяли формат. То есть заходим и такой тыдыщ, да. Но чтобы не было переизбытка все равно при этом. Вот, и живенько да. Так. А потом уже плавно переходим там. Ну, останнє питання, наскільки ось одеські події відрізняються від київських? Ми все ще на периферії, чи... Там відбуваються точно такі заходи, як у нас, в плані мистецьких таких висток. Ну, у нас же нет на рівні больших арт-центрів. У нас же ще нет больших арт-центрів, понимаете? У нас вот Чорноморський строїться арт-центр, і то это, в принципі, строїть його один чоловік, це Михайло Дудников. І він нам допомагає зі звуком для цього мероприятия, тому що фактично ми пока мы самотужки делаем это мероприятие. Мы будем просить, чтобы нас поддержали, но пока это все происходит, знаете, так, все благодаря космосу. Попереду, напевно. Все буде попереду. Ще раз давайте нагадаємо на цю камеру телеглядачам, де і коли можна побачити і яких художників, куди приходити і до якого часу буде виставка працювати, до якого дня. Ми приглашаємо всіх в Музей Западного і Восточного Іскусства. С 8 февраля, 8 февраля в 3 часа дня торжественное открытие, где вы сможете пообщаться с художниками. Три художника, которые будут выставлять свои работы, это Алла Алексеева, Петр Лебединец и Леонид Багрий. Приходите, выставка будет действовать до 25 февраля, будем очень рады вас видеть. Приходьте, побачимось там. А я нагадую, у нас сьогодні в гостях були Вікторія Нестеренко, юрист Одеського музею східного та західного мистецтва, а також Анна Чубар, дослідник мистецтва, незалежна кураторка і кураторка виставки «Нові мости». Мене звати Ольга Глечик. Побачимось на нашому телеканалі в проєкті «Гість-студія». До побачення. Я свій маленький хрест несу.